Я вообще не очень люблю говорить вот о себе, как-то себя называть, но я бы назвал себя больше художником. Художником-минималистом в какой-то степени. А вот, по крайней мере, последнее время я тяготею именно к минимализму. Но в плане технологического процесса все-таки я кузнец. Вот. Правильно это все разметить. Все на глаз и все приблизительно. Честно говоря, я уже не помню, как я начал делать варганы и почему. Очевидно, мне просто хотелось какой-нибудь инструмент, который как-то отличался бы от стандартных алтайских камузов. И мне хотелось разнообразия. Первый свой варган я пытался сделать в году 2003, наверное. Получается, 13 лет я этим занимаюсь, да. Первое, что просится на ум, самое очевидное, это, ну, его характерный тембр. Просто целый мир. Ты начинаешь играть на одном, потом берешь какой-то другой, потом берешь третий и находишь в них всякие разные нюансы и начинаешь ими как-то оперировать. Мне нравится различать их звуки, нравится их слушать. Самое важное для меня в изготовлении варганов – это, наверное, общая гармония формы, звука, баланса язычка. Мне хочется собрать не просто варган, а композицию всего этого, которая будет мне решать музыкальную задачу, нести какой-то смысл. Вот это самое главное. Сейчас мне важнее всего сделать варган с определенным звучанием, с определенными ощущениями при игре. Вот. Больше всего времени в изготовлении варгана я уделяю именно этой настройке. То есть настройке плоскостей, чтобы все это было подогнано, точку перегиба ищу. Только подбираю эластичность язычка, его упругость. Меня привлекают больше естественные ковочные фактуры, которые остаются после грубой деформации металла. Основная часть варгана, она остается такой, как, которую я просто достаю из горна. По ней свободно гулял молот, и я редко что-то с этим делаю. Много варганов я сделал буквально из того, что нашел под ногами. Я, собственно, некоторые из них делаю буквально из гвоздей. В какой-то степени, наверное, это отказ от культуры потребления массового. Это, в общем-то, совпадает с некой моей жизненной позицией. Мир вообще переполнен информацией. Такие инструменты, как гитара, фортепиано, очень популярны, известны, и они несут очень большое количество информации. Мне хочется, как человеку, не как мастеру варгана, хочется как-то обособиться от такого количества информации, от такого количества всего происходящего. Ну, мне хочется слушать какую-то музыку в этом, в своем маленьком мире. Вот, варган для этого очень хорошо подходит, потому что он сам по себе минималистичен. Он прост. Скорее не техническая, а ментальная, наверное, что ли, установка. Сделать идеальный варган. Да, я всегда делаю идеальный варган. Каждый раз пытаюсь его сделать. Вот у меня целых 6, наверное, идеальных варганов, которые со временем казались идеальными. Я сейчас беру, играю на них и понимаю, что это какая-то шляпа совершенная. Идеальная шляпа просто. Я бы хотел развивать культуру варгана. Я бы хотел, чтобы люди больше обращали внимание на тембр варгана, чем на мощность его звучания. Я бы хотел
быть самым-самым крутым мастером изготовления варганов. Чтобы все знали, что вот этот человек делает варганы лучше всех. Больше всего мне нравится тот момент, когда ты уже вставляешь язычок, все подбиваешь, загибаешь, и вот момент его первых звуков. Очень приятно, когда ты из немого металла делаешь что-то, что уже звучит своим голосом.